Беспроводной комплект, клавиатура плюс мышь. На распаковке набор Оклик S650. Комплект поставки включает только клавиатуру, мышь и документацию. Начнем с мышки. Это компактный симметричный манипулятор в черном пластиковом корпусе. Помимо стандартных клавиш, сверху предусмотрена кнопка регулировки DPI. Сенсор оптический, разрешение регулируется в диапазоне от 1000 до 2000 точек на дюйм. Подключается грызун при помощи 1,5-метрового USB кабеля. Теперь клавиатура. Это стандартная полноразмерная модель в черном пластиковом корпусе. Помимо 104 стандартных клавиш, она включает 9 дополнительных кнопок, сгруппированных в строку сверху. Итого 113 мембранных клавиш. Дополнительные кнопки пригодятся для быстрого доступа к приложениям и управления плеером. На обороте клавиатуры находятся нескользящие накладки и откидные ножки для регулирования угла наклона. Модель имеет влагозащищенную конструкцию и 1,5-метровый USB кабель для подключения к компьютеру. Что в итоге? Это довольно простые устройства для повседневной работы за компьютером. Клавиатура может похвастаться 9 мультимедийными клавишами и защитой от брызг. А мышка выделяется эргономичной конструкцией и возможностью регулировки DPI. Оба манипулятора имеют проводное подключение и потребуют два свободных USB-порта.